Тобольск вновь станет площадкой для съемок фильма, на этот раз про Романовых. Духовная столица Сибири, по мнению продюсера картины Олега Урушева, идеально подходит для новой киноленты. В городе много исторических объектов. Большой интерес вызвал дом Романовых, в котором царская семья прожила 8 месяцев. Сейчас проходит кастинг актеров и поиск локаций для фильма. Съемочная группа посетит Тобольск летом, чтобы посмотреть на летний город и продолжить поиск актеров для фильма. Мы ставим перед собой цель, скажем так, снять налет шелухи, очень много лживой и, скажем так, такой не очень правдивой информации о нашем последнем императоре. И хотелось бы, в общем, немножечко показать его другим. Мы оживим многие фотографии, которые знают, там вот как пили дрова, как пьют чай на балконе. Эти фотографии оживут в нашем фильме. Мы позиционируем, что наше это, да, художественное кино, но оно в исторических интерьерах с максимально исторической какой-то информацией.